Еще несколько малоимущих семей получили продукты питания в рамках благотворительной акции «Корзина доброты». На этот раз наравне с жителями помочь нуждающимся вызвались представители Нефтекамского женсовета. Представители общественной организации купили тушенку, подсолнечное масло, чай, крупы, макаронные изделия и сахар. Акция продлится до 27 мая. И поэтому те, кто желает поддержать нуждающихся, еще успевают внести свою частичку доброты. Эти все продукты, они очень долгого хранения и предназначены для детей, которые проживают в семьях, попавших в трудную ситуацию. Я думаю, что это очень огромная возможность дана нам проявить свое милосердие, чуточку доброты. Я призываю всех жителей города Нефтекамска, гостей города Нефтекамска принять маленькую толику в этом добром знаке милосердия.